Мария Миронова встала на защиту Лии Ахеджаковой, которая недавно в слезах заявила, что ее уволили из «Современника» за антироссийскую позицию. Как выяснилось позже, никто Лию Меджидовну из театра не выгонял, она все еще числится в труппе. Лия Ахеджакова дала понять, что критикует СВО. Ходили слухи, что артистка даже спонсирует армию Украины, но они не подтвердились. И все же на пожилую актрису обрушился шквал негатива. У Лии Меджидовны начались проблемы на работе, патриоты требовали убрать ее из спектаклей «Современника». За опальную звезду заступилась Мария Миронова. Она призвала публику быть милосерднее. Лия Меджидовна – удивительный человек. Мне не нравится то, что пытаются обижать и даже травить Ахеджакову. Она и другие советские артисты – наша история, и плевать в этот колодец, я считаю, неправильно. Что бы ни говорил человек, какую бы точку зрения он ни озвучил в 84 года, мы должны уважать и почитать его. Это чувство такта, которое, к сожалению, многими утеряно, поделилась Миронова с представителями прессы. Помимо всего прочего, Мария поддерживает связь с коллегами-эмигрантами. Актриса отмечает, что не у всех из них жизнь за рубежом похожа на сказку. Они за границей живут очень по-разному. Нельзя говорить однозначно, потому что это судьба каждого человека, его выбор. Только время рассудит, правильно ли поступили люди, которые уехали из России. Я очень люблю свою страну. И не считаю, что те люди, которые с чем-то не соглашаются, ее не любят, подчеркнула она. Напомним, несколько звезд российского кинематографа предпочли покинуть РФ после начала СВО. Среди них Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Андрей Бурковский.